Но надо же что-то предпринимать, как-то действовать. Успокойся, у тебя прекрасная работа. Преуспеть можно и за трехфутовой стойкой из красного дерева. Этот здоровенный ангар каждый день до отказа набит мешками с деньгами. Да. Но как бармену урвать хоть чуточку их богатства? Бармен, детка, аристократ рабочего класса. Он использует это, если он умный. А инвесторов здесь хватает. Есть меценаты, есть авантюристы. А еще есть дамочки, которые не знают, куда девать свои денежки.